Приветствую вас на своем канале. Сегодня готовим слоеное тесто, а из него уже Наполеон. В миску наливаем воду. Добавляем яйца, водку, яблочный уксус, лимонную кислоту, соль, взбиваем. Постепенно добавляем муку и вымешиваем тесто. Вымешиваем тесто руками. Далее тесто вымешивать будем на столе. Добавляем растительное масло. Это делаем поэтапно. Разделили тесто на 4 части, сформировали, накрываем и оставляем на полчаса. Берем маргарин, у меня вот такой, разделяем его на 4 части. Раскатываем тесто от центра к краю. Сюда кладем кусочек маргарина. И вот собираем края. Раскатываем тесто. Складываем тесто вот так. Раскатали, накрываем и отправляем в холодильник на 1 час. Прошел час, раскатываем тесто. Раскатываем.
накрываем и убираем в холодильник. И так повторяем еще 3 раза, каждый час. Раскатали тесто последний раз, убираем в холодильник на час, а потом можем пользоваться. Тесто готово, из него буду печь Наполеон. Убираем края. Режем на кусочки. Отправляем в разогретую духовку выпекаться при температуре 200 градусов до румяной корочки. Тесто храню я в морозильнике.